Съезд – это всегда интересное событие, одно из нескольких самых интересных событий в году. Но сегодняшний съезд, он, так сказать, так, слегка приправлен небольшим скандалом, что, конечно, придает сразу интереса. Но по существу вот что хотела сказать. По существу хотела сказать, что я увидела, к сожалению, по-прежнему мне показалось, что вот зимой в Бару мне показалось, что наконец-то, так сказать, как бы регуляторы банки повернулись, так сказать, лицом друг к другу. Сейчас я услышала, в общем-то, от Эльвиры Сахибзадовны по поводу каких-то предложений РБ, и мне показалось, что, так сказать, снова идет какой-то откат в отношениях. Я далека от того, чтобы, скажем, полностью соглашаться со всеми тезисами доклада АРБ, хотя с большинством их я согласна, с одной стороны. С другой стороны, и не вижу оснований для того, чтобы они были подвергнуты такой, ну, я бы сказала, резкой отповеди. Мне кажется, что самое главное сейчас, вообще содержание момента состоит в том, чтобы не просто слушать там друг друга, разговаривать, но нужно слышать и понимать друг друга. И это самое главное. Вот я считаю, что это самый главный вывод из вот этого съезда. И очень хочется надеяться, что последующие такие большие банковские собрания, так сказать, как общее собрание Ассоциации «Россия», как Санкт-Петербургский конгресс, как встреча в Сочи, форум, мне кажется, что все-таки должно быть, все должно опять перейти в конструктивное русло. Здесь я, как Гарина Шотыч, неисправимый оптимист.